Привет, братцы рыбаки. Зима, самое время заняться подготовкой к сезону. Сегодня решил повязать поводочки на донку. Покажу вам, как я процесс, как я это делаю. Ну, узлы каждый выбирает для себя, какие считает. Более надежные, крепкие. Я тоже делаю разные. Теперь длину. Чтобы делать одинаковым, то у меня вот такое приспособление. Реечка, набиты гвоздики сюда и отмеренная длина. Вот общая 30, напополам 15, 25. Но это можно делать, кто как захочет, можно сделать, набить по 100. Ну, по 10 сантиметров и выбирать длину какую. Ну, из комбинации этих длин можно составить практически поводок любой длины. Вот сейчас я делаю, мне нужно сделать по 75. Вот я беру 15. Все, у нас получилось 75. Дальше беру. Все. И завязываю петлю. Обычно. Вот все, поводочек готов. Так, теперь поводочница. Много всяких поводочниц у меня было, остановился на вот таком варианте. Это изоляционный материал для труб. Я его режу повдоль. Вот он, пазик. Видно. И потом беру, так вставляю какую-то палочку, одеваю на него петлю, завожу в прорезь, все, и наматываю поводок. Этот материал мало занимает места и очень удобно. Закрепил, все, палочку вытащил, все, поводки все в одном месте. Они не запутаются. Вот на эту, ну, намотку, ну, штук 15-то влезет без проблем. До того же. И легко, ну, пользоваться. Снял, размотал ее. Все, конец у нас остался закрепленный. Просто выдергиваем, все. Остальные поводки за собой, ну, не тянет. Вот такой простой вариант. Пробуйте, я буду вязать дальше. Удачи!